За минувшие десятилетия страна прошла долгий и трудный путь электрификации. Вместе с годами шли вперед и технологии, а также принципы работы с клиентами. Сегодня основная задача энергетиков страны – бесперебойное электроснабжение. Московская объединенная электросетевая компания уделяет особое внимание клиентоориентированной политике. Благодаря работе нашей компании по развитию интерактивных сервисов многие заявители подключают электроэнергию за 90 дней, совершая при этом минимум количество визитов в наши клиентские офисы. Сегодня, помимо клиентских офисов, потенциальным потребителям электроэнергии доступны и информационные технологии. На сайте МАЭСК функционирует услуга личного кабинета. Благодаря этому появилась возможность подачи электронной заявки на технологическое присоединение, просмотр ориентировочной стоимости технологического присоединения, а также ознакомление с подготовленным пакетом документов без визита в клиентский офис. Успехи отрасли обеспечивает ее кадровый потенциал. Почти все сотрудники Успенского района электрических сетей МАЭСК – местные жители. Каждый из них, будь то начальник или диспетчер, вносит свой вклад в общую работу. Задача у нас одна – это бесперебойное электроснабжение потребителей, качественное электроснабжение. И при каких-то аварийных отключениях как можно быстрее выделить поврежденный участок из схемы и как можно быстрее подать электроэнергию потребителям. Самое главное в нашей профессии – знание, опыт, конечно, сплоченность коллектива, надежное плечо товарища, взаимоконтроль и взаимопомощь. В МАЭСК есть и настоящие династии энергетиков. Владимир работает 34-й год. По окончании службы в армии сразу пришел работать в энергетическую отрасль. В 98-м году пришла супруга работать. И монтером по надзору за кабельными трассами. 8 лет назад пришел старший сын работать. Начинал техником по режиму, потом электромонтером ОБ, теперь работает диспетчером. 3 года назад, после окончания службы в армии, пришел младший сын. Сын уже пришел инженером по заявкам. Для оперативного решения проблем на аварийные объекты немедленно выезжают ремонтные бригады. Скорости и четкости их работы уделяется особое внимание. В автопарке организации самые современные машины. Такая вот передвижная электростанция в случае необходимости может запитать целый населенный пункт. Энергетика для меня не просто профессия. Я и мои коллеги, и это часть большого братства энергетического по всему миру. Я горжусь это и передам это своему поколению будущему. Сегодня в Одинцовском районе проложены почти 4000 километров электрических сетей. Действует свыше 20 крупных высоковольтных питающих центров. Обеспечение их работы – это ежедневный и кропотливый труд. В этот праздничный день хочу поздравить всех, кто сегодня с нами, тех, кто несет дежурство, поздравить тех, кто вышел на заслуженный отдых, наших ветеранов. Пожелать безаварийной работы, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям.